Друзья, всем большой привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу вам показать мастер-класс по вязанию вот такой многоразовой маски, которая станет неплохой альтернативой тем маскам, которые продают в аптеке. Для начала нам нужно набрать цепочку из воздушных петель. В моем случае их было 29, но у меня ниточки достаточно тонкие. Если измерить эту цепочку, то она получилась 7,5 сантиметров. А если у вас нить толще, то смотрите, у вас количество петель будет меньше. Единственное, следите за тем, чтобы у вас было нечетное количество. Совсем забыла сказать, у меня нитки это 100% хлопок. И вам я советую взять такие же нитки, чтобы лицо под маской не чесалось, не вызывало никаких раздражений, покраснений, зуда и всего остального. Мы с вами провязали цепочку из воздушных петель, далее делаем 2 воздушные петли подъема и провязываем в третий столбик от крючка 1 столбик с одним накидом. Для этого делаем накид на крючок, провязываем сначала первые 2 петельки и затем вторые 2. Так продолжаем вязать до конца ряда. Мы провязали ряд до конца и теперь делаем 2 воздушные петли подъема и разворачиваем вязание. Далее мы будем провязывать один ряд резинку. Для этого делаем один накид и заводим крючок за один столбик, который у нас получился в прошлом ряду. И протягиваем ниточку и провязываем столбик с одним накидом. Следующий столбик нам нужно провязать за столбиком. Для этого сзади вязания продеваем крючок. Пропускаем впереди столбика и также вытягиваем ниточку. Здесь, оказывается, у меня руки ушли из кадра, поздно заметила, но думаю, что вы справитесь с вязанием. Так продолжаем вязать до конца ряда. В итоге у вас получится вот такая эластичная резиночка. В конце ряда у нас остается один непровязанный столбик. Мы его просто провязываем. Делаем накид и провязываем один столбик с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Далее будем продолжать вязать столбиками без накида. Начинаем ряд с 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Далее делаем прибавку. Для этого провязываем в следующем столбике 2 столбика без накида. 1, 2. Довязываем до конца ряда 12 столбиков без накида. Последний столбик я провязываю не как обычно, а за ниточку, которая у нас образовывается после петли подъема.
так у нас будет край очень ровным, и нам не придется его обвязывать дополнительно. Следующий ряд, как обычно, мы начинаем с петли подъема. На этот раз провязываем 13 столбиков без накида и делаем прибавку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, прибавка, и провязываем до конца ряда 16 столбиков. Делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и провязываем 17 столбиков без накида, делаем прибавку и вяжем до конца ряда. Сделали одну петлю подъема и в следующем ряду провязываем 14 столбиков без накида. Делаем прибавку и провязываем до конца ряда. Должно получиться еще 17 рядов. Далее мы будем вязать 18 столбиков без накида и делать прибавку. После прибавки вяжем 14 столбиков без накида до конца ряда. В следующем ряду вяжем 15 столбиков без накида, делаем прибавку и провязываем до конца ряда 18 столбиков. И как всегда, мы сделали воздушную петлю подъема, провязываем теперь 19 столбиков без накида, делаем прибавку и провязываем до конца ряда. После прибавки провязываем еще 15 столбиков. Делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем вязание и вяжем 16 столбиков без накида. Делаем прибавку и продолжаем вязать до конца ряда.
воздушная петля подъема, снова переворачиваем вязание и вяжем 20 столбиков без накида. Делаем прибавку, и до конца ряда у нас остается 16 столбиков. А дальше у меня почему-то удалилась часть видео, и я вам не засняла, как связать последний ряд. Дальше мы вяжем 17 столбиков без накида, также делаем прибавку и довязываем до конца ряда. Когда вы довяжете до конца ряда, у вас должно получиться в ряду 39 столбиков без накида. После этого мы продолжаем вязать без изменений. У меня получилось по размеру моего лица 17 двойных рядов. В процессе вязания вы можете маску примерять, чтобы связать именно то количество, которое будет вам нужно. Потому что лицо у всех разное, может вам меньше понадобиться, если вы ребенку вяжете, может больше, если крупное лицо, там мужское, допустим. Со следующих рядов мы начинаем делать убавки. В этом ряду провязываем 20 столбиков без накида, делаем убавку и провязываем до конца ряда. Чтобы сделать убавку, мы протягиваем ниточку через петельку, тут же через соседнюю петельку, на крючке у нас получается 3 петли, и провязываем их все вместе. Вяжем до конца ряда 17 столбиков без накида. Также делаем петлю подъемом, разворачиваем вязание и вяжем 16 столбиков без накида. Делаем убавку и вяжем до конца ряда. В следующем ряду провязываем 19 столбиков без накида, делаем убавку. Воздушная петля подъема и провязываем 15 столбиков без накида, делаем убавку, до конца ряда остается 19 столбиков. Далее вяжем 18 столбиков без накида и убавка. Далее нам нужно провязать 14 столбиков без накида и сделать убавку. Продолжаем вязание. В следующем ряду нужно провязать 17 столбиков без накида и сделать убавку. Сразу расскажу, как мы вяжем следующий ряд. Также делаем воздушную петлю подъема, провязываем 13 столбиков без накида
делаем убавку и провязываем еще 17 столбиков до конца ряда. Остается совсем чуть-чуть, уже хочется скорее закончить маску и посмотреть, что у нас получилось. В этом ряду мы провязываем 16 столбиков без накида и делаем убавку. Разворачиваем вязание, и нам остается сделать один ряд с убавками. На этот раз провязываем 12 столбиков без накида, делаем убавку и вяжем до конца ряда. На этом с рядами мы закончили. Остается нам провязать только резинку. Для этого делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и в каждый столбик провязываем по одному столбику с одним накидом. Так вяжем до конца ряда. Скоро мы с вами маску довяжем и останется в нее вложить сменную марлю. Не забывайте ее менять каждые 2-3 часа. Ну и можете таких масок навязать не одну, а 2-3, и будут они на смену. Пришли с улицы, постирали, есть необходимость опять куда-то выйти, взяли свежую, чистую, положили новую марлечку и спокойно пошли. А еще я в интернете подсмотрела такой лайфхак. Вместо марли некоторые кладут обычную ежедневку. По мне так вариант очень даже неплохой и быстро меняется, и практично. И есть в любой аптеке, в отличие от масок. Итак, наша маска готова. Остается связать только веревочки, с помощью которых маска будет держаться на лице. Для этого набираем необходимое количество воздушных петель. В процессе вязания примеряйте маску, и тогда будет понятно, какое количество необходимо вам. Ну а теперь вшиваем конец цепочки с противоположной стороны маски. Для этого в начало ряда ввязываем столбик без накида. Ну и чтобы никуда цепочка не делась, провязываю еще раз. Все, наши ушки надежно закреплены. Отрезаем ниточку, вытягиваем, и теперь можно иголочкой ее прошить в вязание, спрятать ее. Я стараюсь ниточку увести подальше от начала вязания, чтобы на краю не создавать лишний объем. Пропустите иголку между рядами и завяжите пару раз узелочки. Так будет надежно ниточка закреплена и не видно швов. С другой стороны сделаем то же самое и спрячем все хвостики. Вот такая классная маска у нас получилась. Делитесь видео с друзьями, чтобы никто не остался без средств защиты в это время. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.